Он попадает. Я улетаю. Он еще раз попадает в меня. Вообще была плохая затея взлетать, наверное, ребята. Ребята, всем привет! Вы на канале Никита ТВ-Геймс. Как вы знаете, Hills of Steel обновился. У нас появился новый легендарный танчик Кракен. И в этой серии я попробую Кракеном сразиться со всеми боссами. Давайте выберем какой-нибудь другой окрас. Мы уже Кагмаром с вами много раз играли здесь. Давайте, пускай это будет глубоководный. Такой вот Кракен. Я поставил усилитель именно ремп-комплект. И посмотрим, схватку босса выбрал. Посмотрим, ребята, сколько мы сможем продержаться волн. Ну что, поехали. Сколько, так сказать, заходов боссиков сможем противостоять. Ну что, у нас первая волна боссов. Удар грома. Боссики слабые. Кракен очень мощный, ребята. Так. Я отсюда буду. Из засады. Ой-ой-ой-ой. А, не, нормально. Слабенькие боссики. Так, надо, наверное, здесь не стоять, а подтягиваться вперед к боссам. Армада, поехали. Может, я армаду... О, так я так ее буду накрывать. Хорош. Пока Кракен себя вообще классно, ребята, показывает. Легион. Опасные ракетки легиона. Ну что? Отсюда же, да? Да-да-да, давай-давай. О, один раз в меня попал. Успел и легион зацепить Кракена. Кнутиара подползает к нам. Ну что, Кнутиара, получай. Сейчас мы тебе здесь... Ага, он мне бомбочки не закидывает. Так, надо как-то сюда выбираться, наверное. Неудобно я, ребята, стал за этим холмиком. Чувствую. Ну, сейчас пойдут бомбардиры, вертолеты, и мы немножко перейдем вперед. Так, гонец ада. Первый подлетает. Ну что, гонец ада? Давайте, давайте, ребята, вперед немножко выйдем. Так, нам надо холмик найти какой-нибудь. А вот отсюда можно достать его, да? Так. Достаем? Да, достали, хорошо. Ага, здесь более крутой, я вижу. Холмик есть впереди. Или может бомбардира отсюда достанем. Сейчас посмотрим. Достанем бомбардира? Достали без проблем. Но это первый круг. Первая волна боссов. Очень легкая. Они буквально рассыпаются на глазах. Так, давайте поближе подойдем к этой лазерной пасти. Он очень долго, ребята. А можно вообще ультушечку поднять. Так, не, ультушечку, наверное, больше не будем использовать. Пока мы подлетаем вверх, в это время нас уже начинают атаковать. Так, вот так становимся, ребята. И понеслась, повелитель, уничтожен. Он не успел даже своим лазером меня коснуться. Идем дальше. Еще один летающий босс. Созерцатель. Созерцатель мне как-то полегче нравится. По крайней мере, видно, как созерцатель начинает куда-то стрелять. Видите, я могу, по крайней мере, от них уворачиваться. Так, и еще разочек. Есть! Ну что, первый круг прошли. Дальше. Удар грома версия 2.0. Более мощный, более опасный. Что мне делать? О, у меня попал. У меня попал. Как он мог? Ладно, допилим его. Супер. Он не успел поднять пушечку. Успел. Я, наверное, сбил. Наверное, сбил его снаряд. Так, ну ладно. Арматка. Так, армада, ребята, идет. Давайте. Ага, хорошо, мы этому еще и бомбочки отбиваем для армады. Пускай она. На тебе, арматка. Главное, бомбежечки. Сбиваем бомбежечки. Ах, ты одна попала, бомбежка. Ладно. Ну, более-менее нормально. Главное, да, главное нам этими шипами защищаться. От легиона, тем более. Сейчас легион как начнет свои ракеты выпускать. Да, вот мы так вот шипы ставим, ребята. Я пока под ракетками. Отлично! Легиона в сухую. Прошли четко. Ни разу у нас не попал. Сейчас попробуем то же самое сделать с кнутом. Отходим, отходим, бомбочки, бомбочки. Я решил подпрыгнуть почему-то опять. Не надо было так делать. Опасно. Ладно, отступаем. Отлично. Ну, он сколько? Пару раз, наверное, да? Пару раз он попал. Ну, пошли вертолетики. Главное здесь тоже
аккуратно. Вот таким вот образом будем его сейчас сбивать. Отлично, уничтожен. Ну, конец ада мне очень нравится. Опасная вертушка. С бомбардиром полегче. По крайней мере, у бомбардира эти ракеты видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел сбить их, вроде не сбиваем их на лету. На, бомбардирщик. А, вот сбили одну, хорошо. Так, стоим. На тебе еще, 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 еще. Есть! Вынесли, готов бомбардир. Такс. Ну, это легкий босс. Лазерная пасть. Он медленный, от него можно, в принципе, ребята, уворачиваться. Так, надо отойти. Давайте вот так издалека. Издалека насыпаем ему туда, насыпаем наших шипов. Ну что, два летающих босса. Неприятный повелитель. Сейчас будет прожигать меня лазером. Да, уже начинает ворвать. О, пошел лазер. Опять свою пушечку расчехляет. Да, отлично, есть. Фу. Ну что, и еще созерцатель остался. Так, понеслась. На, созерцатель. Быстро отходим. Вроде бы успели. Пускай поближе. И... Есть. Фу, ребята. Вторая волна боссов пройдена. Третья волна. Удар грома застрял, что ли, сходу? Смотрите, ребята, он сходу застрял. Красавчик, сейчас его добью, раз он такой не... Нет, он уже все. Это что было такое? Специально меня хотел выманить. Мы сейчас это накидаем. Получай. Получай, есть. Отлично, отлично. Можно, в принципе, уже, ребята, комплект использовать, я думаю. Так, арматка пошла. Так, я ремкомплект кинул. Ну, не особо он нас подлечил, но немножко. Где-то, может, 1/4 жизни вернул. Так, отходим, отходим. Отходим. Сбиваем его. Бомбешечки, нормально. Так, пока, пока нормально. Начинаем. Главное на легионе сейчас не сколоться. Не попасть под этого легиона. Так. Где он там? Ага, вот он. Всю пачку, пока, пока эти ракетки пролетели мимо меня. Отлично. И еще пару. Ну, с легионом, ребята, более-менее. Второй раз, третий раз даже, я сказал бы, нормально. Так, что сделает Кнут? Сможет он нас закидать своими бомбехами или не сможет? Пока мимо... я взлетаю, ребята, взлетаю. Он, думаю, на бомбочку не достанет. Ой-ой-ой, слабенько. Надо ему туда насыпать. Ладно, еще раз, ребята, взлетаю. На. С кнутом проблемы. Стараюсь от этих бомбочек уворачиваться его. Ух ты, еле-еле мы его вынесли, потеряли жизнь. Мне это не очень нравится. Еще две вертушки. Гонец ада. Гонец ада. Фух. Мог попасть в нас, но не попал. Так, я стою и его жду, ребята. Понеслась. Промазали. Так, все, начинает. Начинает у нас стрелять. Надо отходить. Отлично, нормально гонится, да. Прошли вроде бы хорошо. Идем дальше. Бомбардирчик. Так, поехали. На-н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 а. Ага, сбили ракетку. На, еще тебе по хвостику. О, попала одна. Как я неаккуратно. Ах ты. Могли четче его вынести. Ну ладно. Идем дальше. Так, лазерная пасть, ребята. Я представляю, что будет, когда будет четвертая волна. О, он попадает. Я улетаю.
Он еще раз попадает в меня. Вообще была плохая затея взлетать, наверное, ребята. Капец, он меня вынес. Вот это облом. Я на лазерной пасте скололся. Да это самый легкий босс. Он просто попал 3 или 4 раза. Мне отходим, все, я уже не хочу с ним связываться. Ё-моё, ну как так можно было? Могли спокойно пройти. Ладно, но мы должны 3-ю волну добить. Так. Не попади только. Не, зацепил, да, немножко? Я уже стою его здесь. Ты что творишь? Ты мне один раз осталось. Фу. Ну пока еще, пока, ребята, крепим. Ах, давай. Последнего босика. И у нас начнется 4-я волна. Так, достаем. Не достаем. Ребята перегруппируются пока. Я в это время буду... Попробую взлететь, пока они будут перегруппировываться. А, я не достану его. Да, я его не достал, ребята. Ну, ничего, мы его так добьем. Да. Я не могу... Есть, все. Ребята, 3 волны протерпели. 4-я волна. Вот сейчас будет настоящая жесть. Меня ее удар грома вынесет с первого раза, если захочет. Так. А, ну я так как восстановился, могу взять ремкомплект, точно. Опасный удар грома, ребят, опаснейший, просто опаснейший. Я его не пускаю. Если он заедет, мне все, мне хана. Есть. Хорошо, идем дальше. Кое-как, кое-как, ребята, стараюсь, насколько могу. Держусь, арматка. Так, давай. На тебе. Его опасные ракетки. Иди сюда. Главное, чтобы он ракеты свои не выпускал сюда. На, получай. Ну, долго, долго, да? Смотрите, сколько... Одна ракета прошла. Вторая прошла. Есть. Сделали. Легион. Ну, с легионом вроде мы умеем сражаться. Эти ракеты-то, в принципе, можно обминать. Так. Вот здесь мы ставим. Ну, две, да? Одна еще зацепила нас. Ё-моё, надо отходить, наверное. Так, ладно. Пускай он съезжает. Съезжает, хорошо. Мы его на спуске подловили. Кнут. Пренеприятнейший кнут сейчас будет на нас нападать. Так, давайте. Давай, кнутяра. Я что, взлетаю? С кнутом можно взлететь, наверное. Так, его бомбочки все. Да отстаньте с своими бомбежками. Да, может его оттеснить немного? Да, вот так. Мы, в принципе, его можем где-то оттеснить. Хорошо. Фу, вынесли кнута. Ну что, давай. Гонец ада. Так, мне главное не подладить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обходим его. Хорошо. Так, мы ему 1/3 где-то жизни только отняли. Нет, он уже начинает... Все, начал стрелять. На, насыпаем ему, ребят. И подходим вперед. На, насыпаем ему. Есть. Хорошо, тоже чисто, более-менее нормально прошли. Так, здесь уворачиваемся от этих парашютов с ракетами. Уворачиваемся. Ух ты! Одна попала в меня. Ладно, давайте на эту залезем горку. Она покруче. Так, уходим. Хорошо. И сейчас последний будет залп наш. Есть, отлично, ребята. Так, ну что, сейчас у нас стоп. Лазерная эта пасть. Мы не должны сейчас подколоться. Издалека буду. Где он там? Вот он. Только он пушечку направит на нас, сразу уходим.
Ага, он неприятный, шипы. Вот так из-за холмика поливаем, 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 поливаем. Он уже начал стрелять. Один раз попал. Мне чуть-чуть не хватило. Ну ладно, ребята. Два босса, и мы пройдем четвертую волну. Ну же. Так, что делаем? Отсюда. Ах, лазер, лазер, лазер. Какой же ты опасный лазер. Есть. Так, ребята, ну что? Еще один боссик. Последний боссик. Финалочка. Четвертая волна. Понеслась. Так, надо уходить от него. Подальше. Пускай он сам ко мне идет. Ой-ой-ой, какие они опасные. Так. Ух ты, как они, интересно, расположение меняют. Я отсюда, короче, стану, ребята. Он сейчас подлетит ко мне. Пускай подлетает. Есть, 4 волны мы прошли, ребята. 4 волны. Сейчас начинается, наверное, самый ад. Настоящий ад. Удар грома. 5 уровня. Боюсь представить, что сейчас будет. Насколько мне хватит. Ты не должен заехать сюда. Да, 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 мы блокируем его. На, на, ну как долго, ребята. Потихоньку, потихоньку, только жизнь отнимается. Есть. Отлично. Так, 5-го. Ну я уже уверен, что мы не пройдем. Но хотя бы до армады. До армады дошли, это уже хорошо. Так, давай, где там арматка эта? А вот, идет, 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 армада идет. Мы армаде не должны давать выпустить. И ракеты! Все, ребята. Ну, неплохо. 4 волны прошли и дошли до армады. Ну что? 4 волны, ребята, мы прошли, дошли до армады. 1953 очка. В принципе, нормально. Так далеко я пока еще ни одним танчиком не заходил. Ну что, ребята, на этом все. Надеюсь, скоро мы в основном аккаунте откроем тоже этого кракена. И буду я уже выполнять задания 1 на 1, 2 против 2, либо какие-то события. На этом все. С вами был Никита, ребята. До скорого. Ты знаешь, что делать. Подпишись, поставь палец вверх, оставь комментарий. Пока-пока.